Друзья мои, всем огромный привет! Мы отдыхаем в Хорватии, в Малинске. Ну и, конечно же, уже по традиции хочу вам показать свои апартаменты, то есть наши апартаменты. Мы отдыхаем вдвоем с мужем. И сейчас добро пожаловать к нам в гости. Заходим в небольшой коридор. Посмотрите, все тут для нас. Отдыхающих, все удобства. Такой вот коридор, здесь зеркало висит. Вот такое вот зеркало. Я, кстати, вот она я. Привет! So, здесь вот такая вот, дальше идет ниша. У них здесь стоит декорация, висит картина, но сейчас здесь стоят еще и все мои вещи, то есть косметические вещи, которые мне нужны. Так, идем дальше. По коридору с правой стороны идет душевая кабина, то есть бад, идет бад. Здесь душ-кабина. Видите, мы тут уже, кстати, живем 2 дня. Это обычный умывальник, то есть умывальник, все как обычно, это наша гигиена. Единственное, знаете, вот минус, тут нет розеток для наших электрических щеток почему-то. Но пока щетки работают, мы их, муж взял, пока сюда положили. Потом, конечно же, включим. Розетки есть, но только в кухне, ну, в принципе, в коридоре тоже и в комнате отдыха. Итак, идем дальше по коридору. Вот стоит вот такая вот такой вот шранк. Стоит вот такая вот витрина, и здесь тоже, видите, все у меня уже. Могу, в принципе, показать, что тут есть. Это от хозяев, тут утюг стоит. Что тут еще есть? А, фен я с собой взяла. Аптечка даже есть, видите, аптечка. А тут внизу наши продукты. Немножко взяла продуктов с собой. Приехали мы на машине, поэтому, конечно же, взяла я немножко продуктов с собой, чтобы взять с собой на пляж. Обычно берем орехи, вот такие вот штанги, они с сыром готовые в магазине покупаю. Ну, то есть, знаете, такое вот все, что можно взять, немножко погрызть на пляже. А это кухня. Кухня тоже небольшая, но, в принципе, вот для двоих очень даже неплохая. Стол, 2 стула. Тут еще такая вот лежала салфетка, мы ее убрали. Думаю, что мы не будем, знаете, все-таки кухня есть кухня. Для красоты это, но я убираю, чтобы не марать, чтобы, знаете, потом все свое собрать и все. То есть здесь мы завтракаем и готовим завтрак себе. Завтракаем мы обычно дома. Ну что, завтрак как у меня приготовлен, мы уже покушали. Тут немножко еще осталась овсяная каша. О, пусть стоит пока. Так, здесь есть кофемашина, тостерница, микровелла. Ну, то есть все, кастрюли, сковородки, все есть. Холодильник самое главное. То есть, знаете, ну как обычно. Главное, чтобы было немножко что-то положить, охладить в холодильник. Вот такая вот картина классная. Мне, кстати, она очень понравилась. На кухню очень даже хорошо смотрится. Вот если бы 2 штуки, я бы себе, наверное, тоже такие картины приобрела. Ну, посмотрим. Мы, кстати, собираемся ехать в Кырк. Здесь недалеко, по-моему, 20-30 километров. Поэтому решили съездить, посмотреть. Сегодня, кстати, идет дождь. Поэтому, знаете, что дома сидеть, пойдем погуляем. И это тоже на кухне, вот такие у них картины. Мне очень нравится декорация, конечно. Все очень минимальное, но все очень классно смотрится. Самое главное, видите, первый взгляд, так сказать, да, и потом уже смотришь и думаешь, ну, замечательно. Во-первых, чистенько так все хорошо, это тоже вот в коридоре.
Такая еще картина висит. Ну, а сейчас пройдем в нашу гостевую спальню. Все это в одной комнате. Есть телевизор. Вот такой большой. Тумбочка. Здесь там лежат полотенца. Это фен. Я его купила для Рази. Он небольшой. Я каждый год беру с собой. Потому что, знаете, неизвестно, будет здесь или нет. Но здесь есть. Все равно беру и пользуюсь своим. Вот такая вот лампа ночная. Диванчик, посмотрите, какой он маленький. Ну, такой здесь. Но очень маленький, конечно. Тоже для декорации, наверное. Картина, опять же. Клима. Сейчас она не работает, но мы обычно включаем, потому что очень жарко. Здесь вчера было больше 31 градуса. Вот она, наша кровать. Мой муж там лежит, отдыхает, поэтому я его не буду снимать, если только чуть-чуть попал. То есть небольшой шифоньер. Вещи там наши. Тумбочка прикроватная. То есть лампа есть. Ну, вот так вот сниму немножко, что тут есть тоже такая вот огромная картина. Висит над кроватью. Это наша постель. Все просто. Все очень красиво. Тумбочка. Тумбочка обычная. Лампа вот ночная. А это наш балкон. Такой вот небольшой. Но очень уютный. Посмотрите, столик. Два стула. Есть вот такая вот, такой вот ширм. То есть можно немножко опустить вниз. И будет, ну, то есть можно, знаете, сидеть и закрыть, и тебя никто не будет видно. Но мы не закрываем. Пусть все открыто. Дышим свежим воздухом. Сегодня вот такая вот пасмурная немножко погода. Будет целый день идти дождь. Поэтому как-то так. Вот видите, вот еще такие вот сушилки и прищепки есть. То есть можно посушить свои полотенца. Так, друзья мои, все вам показала, рассказала. Пишите, как вам наши хоромы. Понравились? Пожелайте нам хорошего отпуска. И, конечно же, дорогие мои, заходите к нам в гости, подписывайтесь, пишите комментарии. Я всегда вам рада.